Никола, а вот врач, а вот все. Нормально, успокойся. Все нормально. Смотри, сейчас врач. А где это было? Раковка, село Раковка. А кто стрелял? Три танка ехало по селу, потом ребята развернулись и начали в машину. Сыну 12, а ей 16. А сын где? Дома лежит. Она сидит. Я буду выбирать. Иди, покажи. Да, да. Ты можешь? Можно. Ну, сложно. Можно, встать хочешь, да? Да, сидеть. Сидеть.